Друзья, привет снова! Снова Михаил Саватеев в канале. Итак, в одном из последних листочков, по-моему, на повторение, ну, да? Это в конце прошлого. В конце прошлого. Была такая задачка. Стремиться к чему? Есть ли предел вообще? Если есть, то какой? Вот, а вот сейчас Миша расскажет решение, а вы пока можете нажать на стоп и подумать. Вот, значит, как я подумал? Ну, давайте попробуем оценить предел этой последовательности с помощью теоремы о двух милиционерах. Значит, нижняя оценка, ну, очень понятно. То есть мы просто зачеркиваем вот эти вот все слагаемые, у нас остается n в степени n делить на n в степени n. И это всегда 1. То есть нижняя оценка это 1. Давайте попробуем оценить сверху. Для этого можно заменять некоторые члены последовательности на большие числа. Ну, я чуть-чуть поэкспериментировал и сделал вот такое. Значит, это, вот эта штука, она будет всегда меньше либо равна, чем вот такая штука. Ага, все 1, 2, 3 и так далее заменили на n. То есть мы просто вот эти заменили на n. Отлично. Вот. А теперь заметим, ну, давайте вынесем каждый из этих слагаемых отдельно со знаменателем. Это у нас равно n делить на n в степени n, плюс, ну и так далее, плюс, значит, n в степени n делить на n в степени n. Ну да. Вот. Теперь заметим, что мы можем как бы это разложить. Давайте посокращаем. Значит, если мы сократим это все, у нас получится 1 делить на n. О, возьми вот этот, наверное, фломастер. Тот, ага, хорошо. Пишет. Ага. Вот. Значит, у нас получится 1 плюс 1 делить на n, плюс 1 делить на n в квадрате, плюс 1 делить на n в кубе и так далее. Да, а последний вот член будет какой? Ну, последний член, значит, 1 делить на n в степени n минус 1. Это мы справа налево их, да. Вот ну это, да, вот мы их как бы развернули налево. Просто. Да. А да. Теперь заметим, что каждый из вот этих членов, он меньше, чем вот такой член. Да. Вот. Ну, давайте просто заменим их на него. Да. Значит, это получится меньше либо равно, чем 1 плюс 1n плюс... ага, значит, сколько их тут? Ну, меньше, ну, чем n. Меньше, чем n, то есть примерно n минус 2. А можно просто писать сразу n, короче, делить, да, на n квадрат, сразу, да, n делить на n квадрат. Их, и заметим, меньше, что вот это, оно равно... 1 делить на n. Ну да, поэтому... То есть это меньше, чем 1 плюс 2 делить на n. Но 2 делить на n – это бесконечно малая последовательность. Она стремится к нулю. Поэтому предел сверху тоже 1. Ну и значит, в принципе, предел этой штуки 1. Ну да, по теореме о двух милиционерах. Круто! Спасибо, Миша! Хорошо.